Первая грузовая компания – это место, где можно реализовать себя и выстроить свою карьеру. Например, я пришел в компанию в момент окончания вуза на должность специалиста и прошел путь до начальника управления. Сейчас руковожу отдельным подразделением, управлением стратегического развития. Мою карьеру в компании можно разделить на два этапа. Первый этап – это когда я обучался, знакомился с бизнесом компании, с отраслью в целом. На втором этапе я смог применить полученные навыки и знания, когда мы столкнулись с масштабной задачей по разработке общекорпоративной стратегии. В рамках нашей работы я смог освоить новый функционал, научился выполнять более сложные задачи, вследствие чего руководство доверило мне руководить этим подразделением. Справиться с новой ролью мне помогла программа корпоративного обучения Forward. На ней мы научились навыкам проектного и процессного управления, командообразования, самопрезентации. Благодаря этой программе я познакомился с коллегами из каждого подразделения в компании. Для того, чтобы быть успешным в ПГК, нужно совершенствоваться, не стоять на месте и развивать свои навыки и умения. Вы продвигаетесь по своей карьерной лестнице по мере того, как вы осваиваете новый функционал и можете решать более сложные задачи. ПГК ищет профессионалов. Посмотрите наши вакансии, и, возможно, скоро мы станем коллегами.